Блин, ребят, я скоро точно психану и разорву свой комп на части. Каждый раз, когда я собираюсь записать что-то, у меня то вылетает. Я собираюсь записывать это одним кадром, без склеек, без ничего, сразу грузить на YouTube. И тут такая тема, что то бандикам вылетает, то игра вылетает, то винда вылетает. Это полный пипец. Короче, мы сейчас в главном меню, и здесь можно выбрать комнаты, в которой мы будем передвигаться. Living Room 2, Kitchen, Kitchen 2, Adam Rooms. Ну, давайте его комнату осмотрим. Там всяких много штук интересных. Вот, например, паяльник. Вау, я ничего не нажимал. Куда делись мои колеса? 95-й год, типа, что ли, там время, момент нуждается найти... миссия, я не знаю английский, поэтому я... Найдите колеса, наверное, я думаю тогда. Вау, что это? Из управления мышкой у нас управляются клещи. Тут у нас туда-сюда. Вверх-вниз ничего не делает. В общем, поехали. Я не знаю, куда мы едем, но надеюсь, мы куда-то А, вот. На пробел можно прыгать. Но колеса, по-моему, вниз упали, поэтому вниз... А, вот, смотри, да, действительно, получилось. Давайте их перепрыгнем. Что тут происходит? Постой, постой! Вот, наконец-то. Что мне надо сделать? Направить просто, да. Ага, окей. Вы сделали это, типа... Найдите... Разрушенные машины. Нет, нет машины. Я примерно просто читаю. Так, ага. Living Room. Но мне надо в Living Room отправляться, окей. А как это сделать? Что мне надо? Как я туда попаду? Видимо, как-то так. О, ну здесь управление, конечно, просто ни о чем. Ну как, если привыкнуть... Знаете, такая стандартная игра, как на мобильных вот есть игры, да, вот то же самое и здесь. Так вот, куда мне... Далее. Я не хочу опять начинать сначала. Так, давай, давай. Ты сделаешь это, давай. Отлично. Разгоняемся и... Оп, прыгаем. Да, цепляйся. Я не хочу, нет. Блин, вот дерьмо. Это очень и очень напрягает. Ладно, если она у меня еще не тормозит. Вот, наконец-то, не надо было на тот стол лезть. А, это у нас что? Тут у нас стоит магнитофон, но как его перепрыгнуть? А, теперь можно сюда, наверное, зацепиться как-то, да? Ать, давай, давай. Вот как тут цепляться, я не понимаю. Как вот? Как я здесь зацеплюсь? Он вот должен хватать и ровно... Ровно посередине я должен успеть ухватиться. Но как это сделать? Как? О! О, кажется, я понял. Давай, давай. Давай свои клешни выставляй. Как это сделать? Как я это делал? Блин, как я закидывал клешни туда. Чёртово управление. Вот дерьмо. Нет, не хочу назад, не хочу вниз. Блин, вот дерьмо. Я не могу, ну как? Я опять сам внизу. Это первый уровень. Это первый уровень. А я хочу посмотреть, что там дальше хотя бы. Вот. Я прям балансировал на двух колесах. Давай, я хочу зацепиться за эту штуку. Я видел, как это делается на картинке. Но я не могу ничего сделать. В общем, игра как бы интересная. Я, наверное, ее еще поиграю. Ну, чтобы вас не бесить, я поиграю без записи. Вот. И попробую все-таки забраться на этот магнитофон. И... пройти хотя бы дальше, чем ничего. Я прошел ее на 1%, наверное. Если еще прошел. Давай, давай, есть. Отлично. А теперь я, возможно, ее пройду на 2%, если хорошенько разгонюсь. Да, да, нет, нет. Блин. Зачем я нажал второй раз пробел? Это тупость. А, давайте, я понял весь смысл. Бандикам у меня не лицензионы, поэтому у меня осталось совсем немного время записи. Очень неудобно. Да, наконец-то, да. Кто здесь папочка? Кто здесь папочка? Давайте. Ай, стой. Я должен это схватить или что я должен с этим сделать?
Вот дерьмо. Почему клешня, она как будто бы она, знаете, как у него ноги, она не двигается. Она двигается вообще непроизвольно как-то. Как я вот этот шарик смогу захватить? О, смотрите, диск С внизу. Видимо, он собрался сделать. Да! Вот дерьмо. Вот это круто, это достаточно круто. Отцепляемся. Да. Да. Кто тут папочка? Кто тут папочка? Смотрите. Да почему ты поехал? Нет, не хочу. Стой. Почему такое управление корявое? Оно действительно корявое, это не я корявый. Короче, я уже не могу здесь беситься, не могу просто. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Отлично. Нажимайте, нет. Нажимайте грёбаные колокольчики, пожалуйста. Почему он не едет? Он создал хреновую машинку. Я путаюсь в управлении. Так, стойте. Подписывайтесь, да, как я уже сказал. Нажимайте на колокольчик. Отлично. Включаем свет. Может быть, я так всю и пройду. Вау, по подушке гоняем. Круто. Нажимайте, значит, колокольчик. Подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите мои старые ролики. Отлично. Так, смотрите мои старые ролики. Смотрите их. Очень много есть интересных старых роликов, которые можно посмотреть. Летсплеи по таким же играм неизвестным, которые никто не играет. Да как это сделать? Как? Да почему ты... Я так не могу. Я так могу, я успею. Да, я успею. Все, едем. В общем... Нет. Все, я это не выдержу, я этого не вынесу. В общем, подписывайся, ставь лайк, оставляй свои комментарии. С вами был Олег Корнеев. Всем пока!